Хорошо, давай сейчас поиграем в некоторые гемовые игры. У меня есть три игры, основанные на трилогии Индианы Джонса. Трилогия? Оу. Черт, есть четвертый фильм, который выйдет завтра. На самом деле, в течение 19 лет мы называем его Индиана Джонс. Трилогия. Но сейчас это последний день, когда мы могли бы назвать это сейчас. Я в восторге. Я имею в виду, что мы могли бы просто сказать, что я уже готов попраздновать это событие. Давайте судим этого ублюдка Фредера Потерянного Ковчега на Atari 1600. Первое, что происходит, вы видите, Диана Джонс спускается с кладера, а затем... Ничего, не пробуешь каждую кнопку и каждую кнопку. Я имею в виду, что вы качаете джойстик вокруг себя, нажимаете все возможные переключатели, ничего не происходит. Готовна ли я уже найти ковчег и его конец довольно легко? Я должен сказать. Ну, знаете что, вы должны подключить контроллер во второй порт, как только игра начнется. Вы можете двигаться, Индия... Да. Разве это не странно? Но что еще хуже, вам нужны два контроллера для игры. Контроллер 1 выбирает предметы с помощью джойстика и сбрасывает предметы кнопкой. Контроллер на 2 шага движется с помощью джойстика и использует элементы с помощью кнопки, как только вы понимаете, что из вы думаете, что все готово. Но нет, путаница только началась, вы будете по рынку. Да вот что это. Но вы никогда не узнаете об этом, пока не прочитаете об этом. Теперь вы собираете предметы из корзин. Позвольте мне показать вам, что это пистолет. Имеет смысл правильно. Вы видите, что маленькая пуля вылетает. Теперь позвольте мне показать вам кнут. Это кнут. То же самое, что и пистолет, только более короткая дистанция. Почему это просто точка? Я знаю, что графика на Atari ограничена, но не говорите мне, что вы не можете нарисовать линию. Так что после того, как вы покинете этот невинный рынок, вы в конечном итоге упадете, а затем вас будет преследовать какой-то высокий сумасшедший парень в черном. Кто он? Кто он? Он из фильма? Это может быть он. Я не знаю, но ты идешь до конца, когда этот парень приставает к тебе, чтобы найти тупик. Таким образом, вы проделываете весь путь обратно к вершине, которая просто возвращает вас на рынок места. Нам некуда идти, но вернитесь туда, откуда вы начали. Но на краю экрана есть змеи, которые просто ждут вас. Так что невозможно подняться без убитых грёбаных змей. Ну вот что вы можете сделать. Пройти к торговцу, выбрать мешок золота и попросить его, который обменивает его на флейту. Когда у вас выбрана флейта, она играет мелодию, которая не дает змеям убить вас. Это больше вера в игрока, чтобы вы знали, что это торговец, это мешок золотом. Это флейта, и вы используете ее, чтобы держать змей подальше. Но в любом случае вы обнаружите, что вы не можете выйти за пределы этих трех экранов. Вы исследуете каждый последний угол и исчерпываете все возможности, куда вы должны идти. Но угадайте, что вы видите эту вещь. Это граната. Вы кладете гранату рядом с правой стеной. Вы покидаете экран, затем возвращаетесь. Хорошо. Прежде всего, вы должны знать, как использовать гранату, которую вы не можете бросить, как мы делали с мешком золота, который вы... Нужно использовать правильный контроллер, иначе бомба просто уходит и ничего не происходит. Так, сбрасывает. Откуда вы знаете, чтобы он бить дыру в стене даже в игре Зельда? Обычно есть такая подсказка, но здесь, там нет ничего. Вы собираете все виды странных предметов. Вы попадаете в такую ловушку, ловушки. Вам нужно пробиться сквозь стены, что легче сказать, чем сделать. И вы выходите... И тогда вы обнаружите, что вы не можете коснуться стены в этой комнате, даже если один пиксель вашего тела соприкасается с любой из этих стен и отправляет вас обратно в ловушку. Ты должен дотронуться до самого места на стене, которое ведет себя в следующую комнату, зная, что больше ничего нельзя трогать в комнате. Почему, черт возьми, вы даже подумаете, пытаясь пройти сквозь стену, если такая вещь, так как дверь? Кроме того, чтобы получить доступ к определенным частям игры, что зависит от того, как вы переходите к следующему экрану здесь. Вы уже видели, что когда ты падаешь, как нормально, ты падаешь и окажешься в этом странном месте. Они называют долину яда. Но если вы осторожно, осторожно, просто облегчите свой путь вниз, это придет вас к целому. Другой экран. Тогда есть странная комната сокровищ, и вы должны поменяться предметами, которые вы покидаете комнату. Вы возвращаетесь в комнату, бросаете этот пикап, который обменивает этот элемент, пока наконец вы не получите все необходимые вещи. Конечно, каждый элемент просто метод проб и ошибок, чтобы выяснить, что они делают. И мы в игре, вы используете их как песочные часы или анг. Вы должны вызвать маленькую точку, которая прыгает вокруг. Это должен быть крюком. Вы нажимаете правую кнопку контроллера и определяете время, когда точка проходит над островом, когда вы окажетесь на том острове, который ожидаете. Диана Джонс, чтобы использовать кнут, чтобы выкачаться через, но не песочницы, которые превращаются в крюк. К этому моменту я также действительно должен сказать, что использование двух контроллеров боль в заднице, если вы не Гора. Я бы порекомендовал два набора рук или двух игроков.
Затем вы попадаете в ту часть, где вам нужно встать в определенном месте, чтобы карта выглядела хорошо, как в фильме. Вам нужно выбрать этот ключ для ввода, вам нужны часы, чтобы сообщить вам, когда солнце встает, вам нужен медальон. Так что солнце может светить в нужное время и пометить место на карте, где вы должны найти лопату, чтобы копать, для ковчега. Вот это да. Насколько сложно может быть это для игры Atari, не говоря уже о том, что это одна из немногих игр Atari, которую вы действительно можете выиграть. В то время как большинство из них просто пытается получить высокий балл, и когда я говорю, можно победить. Это гипотетически, потому что, честно говоря, я думаю, что будет легче найти настоящий потерянный ковчег. Просто тот факт, что вы должны чувствовать тайные проходы и прочее, что заставляет вас чувствовать себя Индианой Джонсом. Но они привели меня туда, следующий храм храма. Основанный на втором фильме Индиана Джонс и храм судьбы были аркадной игрой. Прежде чем, в конечном итоге, пребывать на развлекательную систему Nintendo. Есть две версии, и лицензированный байтовый движок черного картриджа и официальный релиз Minscape. Хотя обе версии одна и та же игра. Игра начинается с одного К на следующий, затем... Что-то происходит. Что за черт? О нет, не это, снова. О, это выбирают. Это одна из тех игр, где выбрать это начать. Что случилось с Индианой Джонсом? Он похож на смотрителя парка, и он ходит, как будто ты только что бросил задницу. Хорошо, так что в основном вы просто ходите вокруг, спасая маленьких детей, видите, что есть маленький ребенок, и у вас есть маленький ребенок, и затем вы идете к возьми меч, о боже, другой меч, о боже, эта маленькая пещера здесь очень щедрая. На протяжении всей игры вы продолжаете находить мечи, оружие и прочее. Но большой вопрос в том, что вы делаете с ними. Кнопка пуск вызывает экран, который показывает ваш запас. Как вы выбираете так, свое оружие, попробуйте следующую кнопку, ничего не работает. Да какой смысл этого экрана? Ничего. Это просто для Дима и хиканье. Ну что, мы развлекаемся с нашим кнутом в то же время. Но потом мы обнаруживаете, что наш кнут довольно бесполезен. Вы можете использовать его, как, чтобы качаться и убивать маленьких насекомых. Но любой из обычных плохих парней это только заставляет их нервничать и хрюкать. Должен быть танец. Ой. Давай, это смешно сейчас. Вы задаетесь вопросом, где что-то возьми мое оружие. Хорошо. Вот как это работает. Вы держите кнопку выбора. В то время как нажимая вправо для мяча, влево для пистолета, вверх для бомбы и вниз для кнута. На вершине просто быть неуклюжим. Это невозможно, когда вы находитесь в затруднительном положении и должны переключаться очень быстро. Нет возможности приостановить игру, затем поменять оружие. Вы должны взять это время действия. Если вы находитесь на конвейерном ленте, ты никак не будешь бездельничать, если не хочешь упасть и умереть. Это моя самая большая неприятность в этой игре. Я никогда не слышал о таком тупом идиотском способе переключения оружия. По крайней мере, вы используете только один контроллер. Существует также серьезная проблема с прыжками. Когда вы прыгаете, сначала тяготеете к нижней части экрана, которую вы постоянно боретесь с D-pad. Я не поняла, что продолжалось. Но теперь я вроде вижу, что они пытаются сделать скалы. Платформа, конвейер, поезд старости спускается, когда вы спускаетесь, как будто вы находитесь на склоне с горы. Поэтому, когда вы прыгаете, естественно, вы падаете, что вы не смотрите на это с высоты птичьего полета. Но не стоит ли ждать, что эти двери на самом деле просто прямоугольные отверстия в земле Индиана Джонс? Ходьба или он ползает, или... Я... Я не знаю. Я не имею ни малейшего понятия, кому-то они не могли решить делать они 3D или 2D платформе. Так что вы получаете как гибрид. В любом случае, большая проблема заключается в том, чтобы выяснить, куда вы должны пойти. Некоторые называются платформенной игрой, некоторые называются приключенческой игрой. Я классифицирую ее как чертову игру. Да один из тех, это ужасно. То, что вы делаете, это прыгайте. Вроде в дома прыгайте. Где-то. Ты прыгаешь вокруг этапов, на самом деле не очень прогрессируешь, что выглядит так же, как будто я делаю круги. Но ждать! Да, как я сюда попал? Снова. Вы хотите знать почему? Потому что проклятые этапы циклически пытаются снова и снова. Позволь мне нарисовать это. Да как хорошо. Вот сцена. Вы знаете, все скалы, двери и ямы, лавы. Вот вся чушь в том, в любом случае, вы, например, если вы пройдете весь путь сюда. Вы не влезете в стену или какую-нибудь границу. Вы просто выходите сюда. Но без каких-либо указаний на то, что вы делали, так что это фигня, что все равно выглядит одинаково. Так что это только делает и без того запутанную игру еще более запутывающей. Кто хотел бы играть в этот довольно буйволиного напитка? Шиз. Эта комбинация не должна... Да, это фол. Приношу извинения. Вы знаете, что здесь происходит главный парадокс? Если вы продолжаете прыгать вниз, вы снова выходите на вершину.
Да уж. В исследовании это уж как бесконечная лестница, да. Даже Эйнштейн был бы озадачен тем, что эта игра нарушает законы физики. Просто тот факт, что эта игра была сделана такой, как она есть, это дерьмовое пятно на ткани в природе. Ненавижу, когда тебя обычно бьют. Глупая, лучшая мышь или что-то в конечном итоге восстановится, опишет, как у Индии, у которой припадок или что-то такое, что глушает вас на несколько секунд. Но если это происходит на личном мгновении, вы идете через край. Как я могу смотреть на это? Я прыжок вниз, я приземляюсь на траве Ромленди, и я... Ты имеешь в виду, что тыкаешь мой палец в самый край этой лавовой ямы? Попробуйте снова. Идите в жопу, я ненавижу эту игру, это чертовски ужасно. Далее, Индиана Джонса, последний крестовый поход. Вы. Индиана Джонса, последний крестовый поход, еще один странный случай. Изначально он был выпущен Тато. Но потом появилась совершенно другая версия от Ubisoft. Нам действительно нужны две игры, основанные на новом фильме, на одной консоли. Особенно, когда поздняя пачка свиных дерьмов. Насколько это плохо? Давайте начнем с того, что вы видите в первую очередь графику, в то время как анимация на Индии довольно приличная. Почему такая изменчивость? Обведите вокруг его тела, а где цвет в всем монохромном режиме? Это похоже на то, что вы идете в геймбой Индии. Так тон слепее, в то время как фон варьируется от желтого до зеленого. Что случилось? Даже версия игрового оборудования была более цветной, и это была портативная консоль. Потому, когда игра начинается, вы должны же получать урон от всего. Видно даже, когда вы падаете с веревки. Сила бьет тебя по пути вниз. Когда тебя застреляют, пока ты будешь интересоваться, где мой кнут, это все, что ты можешь делать. Тут просто нести удар. Как я должен бороться с парнем, с пистолетом, с моим? Но нет, вы зашли в тупик с небольшим узким отверстием, просто чтобы дразнить, что знаете, что не можете ползти. Я пытался, а вы не можете прыгнуть вниз. Так что это все время назад парню с пистолетом, которые вы должны приблизиться к ним, не касаясь их. Все же это занимает довольно много ударов, чтобы положить их вниз. Это довольно только один парень. В следующий раз, когда вы приходите к маленькому водоему, вы не можете дотронуться до миллиона. Или ты умрешь, ты просто продолжаешь прыгать на веревках. Черт возьми, боже, вернись на веревки! Что, черт возьми, нравится? Ах! Как Индиана Джонс, такой словак, не может вступить в воду более мелкую, чем детский бассейн? На протяжении всего пути без игр милосердия. И это не помогает иметь нуля. Почему всегда должно быть чертовски ограничение по времени? Как только вы доберетесь до босса, первого огня, любой травозмыслящий человек закроет игру. Посмотри, я должен драться с парнем с оружием дальнего действия, с голыми руками. Как только вы получите образец, можете сделать несколько уколов и отступить, избегая при этом. Сталактиты, в то же время посмотрите, сколько урона требуется, когда вы ударите его. Чертовски, шутка. Черт, он сделал эту игру, должен был отправить ее Марксу, братьям. На полпути через второй уровень, наконец, получаете этот странный предмет в своем уме. Вы думаете, что это кнут или что-то еще? Нет, к этому моменту вы даже не ожидаете, что кнут будет в игре, но это кнут. Просто должны выбрать его. Вот и все. Почему вы не хотите выбирать кнут? Так что теперь вы в полном шоке, думая о себе. О, теперь ты понял, как в фильме он получает кнут. Он в поезде. Ну, воу-воу, давайте поговорим об истории, когда начинается игра. Она просто говорит о том, что исследуют пещеры. Вот и все. И говорит вам, почему вы исследуете пещеру, но прежде чем вы сможете завершить каждый уровень, вам нужно найти здесь определенные предметы. Это крест. Так, хорошо. Это довольно будет начальная сцена в фильме, где он молодой бойскаут Индии, почему у него есть пиджак? И шляпа на третьем уровне. Он в катакомбах ищет каменные таблички, и на четвертом уровне он в замке ищет страницы дневника своего отца. Таким образом, вся игра основана на сценах фильма, но все время это действительно тот же самый взрослый. Итак, вот итог. Либо следите за фильмом, либо просто дайте мне проклятый кнут. Это здорово. Ты помнишь, когда Инди боролся с лучником в поезде? Над тобой надо шутить. О, чувак, просто умер. О. Боже мой, боже.
Вы думаете, что Индиана Джонс была бы отличной концепцией для игры с боковым сколем, но они просто все испортили. Как они это сделали? Это задница! Ну вот один. Это было на самом деле довольно прилично. Так, давай я кратко рассмотрим. Величайшее приключение Индианы Джонса — это именно то, что вы ожидаете от основанной на фильме игры на Super Nintendo. Вы двигаетесь слева направо, убиваете кучку плохих парней своим гнутом. Это больше самообъяснение, чем большинство предыдущих схем, что позволяет легко подобрать и играть, и слава богу, он имеет систему паролей всего из 4 символов, что позволяет легко продолжить, где вы остановились. Лучше всего на сетапах, где следует во всем фильмах, которые прямо от Райдера до Крестового похода. Одна вещь, которую я нахожу смешной, это то, что последний босс игры Скелет, вы знаете, это Донован пьет не то Грааль, что напоминает мне игру про Кастельвания. В целом, Лукас уделяет франшизе только уже внимания и завода, сколько и своей трилогии Звездных войн, кроме как здесь. Все они объединены в одну игру, так же, как и я объединяю три отзыва в один. Но теперь привет, и нажимаю 4. Так что давайте закончим эту вещь.